Это был мой самый крутой подвиг, Уэнсдей. Представляю. Жаль, что я не видела это вживую, суперкотик. Что? Она хочет украсть моего суперкота. Тики, давай. В обычной жизни я обычная девочка Маринет. Но у меня есть тайна, о которой не знает никто. Ну что, пора бороться с преступностью. Воровка Уэнсдей Адамс не сможет увести моего парня. Суперкот мой! И я не собираюсь делить его со всякими выскочками. Кот, нам пора. Что? Это мой парень. Глупости, суперкот мой. Нет, мой. И у нас вообще-то свидание. Девочки, не ссорьтесь. Не устревай. Зря ты это затеяла. Девчонки, ну чего вы? Давайте успокоимся и просто поговорим. Лучше тебе со мной не связываться. Уэнсдей, может, не надо? Думаешь, крутая? У меня тоже оружие имеется. Мяу. Девчонки, одумайтесь. Какой удачный момент. Давайте решим все мирным путем, а? Приветик. Бражник! Просто сдайся, и никто не пострадает. Погоди, суперкот пропал. Ты идешь со мной, кот. Теперь ты мой. Рано или поздно девчонки заметят, что я пропал. Надеюсь, это поможет им меня отыскать. Это мой скромный особняк. Чувствую себя почти как дома. Дома меня насильно не держат. Итак, суперкот, вот зачем ты мне нужен. Ты должен поймать этого гадкого мышонка. Он меня в конец достал. Так что принимай задание. Дайте-ка подумать. Нет. Ребята, скорее поставьте лайки, тогда бражник отпустит меня. Помогите, ладно? Ты с кем там ботаешь? Мышь ждет. Вот как теперь найти кота? Бедный котик. Надеюсь, с ним все в порядке. Было, пока ты не влезла. Это жезл суперкота. Скорее. Ой. Если хочешь жить, котяра, будешь делать все, что я прикажу. Ты меня понял? Да-да, я понял, как скажете. Ого, это точно его жезл. Значит, котик жив. Он оставил нам зацепку. Теперь мы его точно найдем. Да-да, конечно, найдем. Только поменьше эмоций, пожалуйста. Эй, ты что делаешь? Это нам не понадобится. Его украл бражник. Предлагаю действовать вместе. Окей. С бражником лучше бороться вместе с напарником. Леди Баг и Уэнсдей Адамс спасут суперкота. Этот мелкий дьяволенок обитает вон там. Кто? А, вы о мышонке? Вот это нора. Похоже, крупный экземпляр. Надо, ты иди и ликвидируй его. Я? Но вы же грозный злодей. Я ненавижу грызунов. Они не стерильны. Кто там? Стоять! Так вести себя не супер. Я же сказал, ликвидировать мышь должен ты. Если, конечно, хочешь выйти на свободу. Понял? Да-да. Так-то лучше. И даже не пытайся сбежать. Ну и трус. Может, он не такой уж большой и опасный. Ой, кажется, там кто-то есть. Погодите, это же... Кот! Мышь! Мои лапки! Привет, девчонки! Энит, привет! Ой, а что вы делаете? Ничего особенного, это секрет. Обожаю секреты! Дайте посмотреть! У-у-у, как интересно! Отличный план! Я с вами! Нет-нет, даже не думай! Да ладно вам, будет круто! Нет, это не шутки, это может быть опасно. Расслабьтесь, я готова! У нас нет выбора, придется брать Энит с собой. Ладно уж, пора начинать операцию по спасению суперкота. Команда? Угу. Вперед! Попробуем взять дьяволенка измором. Интересно, чем занят бражник? Опс, он за мной следит. Ладно, ладно. Приступаю к поимке мыша. Ну-ка, иди сюда, маленький заноза. Ой, что-то мягкое. Фух, это просто кровать. Обойдется. Спать ему больше не придется. Хм, кот недооценивает грызуна. Да где же ты прячешься? Ага. А нет, это пижама. Что за детский сад? Мог бы найти что-то помоднее. Ай, 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 ай! Надеюсь, мышь меня не заметит. Ай, ай, пусти! Ауч! Что это было? Это не я. Записка? Бражник, здесь написано «Беги!» Так чего сидим? Кого ждем? Ну-ка, брысь! Ай, купаться я не рассчитывал. Вы не говорили, что он настолько опасный. Я не думал, что он использует запрещенное оружие. Брысь! Суперкот, есть еще вариант. Просто заколоти его ход в нору и пусть остается там. Отличная мысль. Сам будет проситься на волю. Надеюсь, это сработает.
Надеюсь, наш план сработает. Да уж, особняк не маленький. Будет нелегко отыскать кота внутри. У нас нет другого выбора. Коту нужна наша помощь. Так что не будем терять ни минуты. Собираемся с духом и вперед! Вперед! Как попасть внутрь? Мы же не войдем просто с парадного входа. Он по-любому заперт. Я знаю! Нам нужна веревка, чтобы залезть через крышу. У меня как раз есть. Коротковато будет, как и моя. Эннет, есть что? Вот, это все. Да уж, задачка. А? Девчонки, я придумала. Не волнуйтесь, у меня есть подходящая веревка. Талисман. Ну, что я говорила? Впечатляет. Супер! Теперь мы сможем войти внутрь. Я бы сказала, вползти. Все за мной. Все-таки круто иметь супер-талисман. Нужно и себе купить такую веревку. Почему так высоко? Отлично. Теперь давайте найдем бражника и спасем кота. Берегись, злодей! Я тебя поймаю! Думаешь, такой хитрый? Мяу! Ну все, мелкий, ты попался. Теперь ты никуда отсюда не денешься. Сам будешь молить, чтобы тебя выпустили из дома. Погодите-ка, а это еще что такое? Откуда здесь взялась еще одна нора? Может, у меня в глазах двоится? Нет, не двоится. Их теперь две. Вот это скорость стройки у Серого. Ну-ка, что там у него? Не твое дело, хвостатый! Ай! Все, сдаюсь, сдаюсь! С меня хватит! Значит, останусь жить у бражника. Кот, у меня есть новая идея. Вот, держи. Ой, это же взрывчатка! Что делать? В нору суй, что ты пляшешь! Точно! Вот так-то! Ой, мама! Опять динамит! Да засунь его в нору! Сам попробуй! Это твоя работа, держи! Держи! А-а-а! Чего паниковать? Красивый огонек! Он может давать огонек покруче! Ой-ой! Но я же для мыша его приготовил! Леди Баг! Я так рад, что ты здесь! Я так скучал! Ах ты, кот мартовский! А как же я? Ну, если это настоящая любовь, тогда ладно. Я кота никуда не отпущу! Зря вы сюда пробрались! Я вас уничтожу! И начну с тебя, Венсдей Адамс! Можешь попрощаться со своими друзьями! Отпусти ее! Ах ты, противная моль! Никто не смеет нападать на мою лучшую подружку! Можешь попрощаться? Хотя у тебя все равно никого нет. Попался! А-а-а! Только не зачет! Ай-яй-яй! Эй, чего стоите? Сделайте что-нибудь! Не отпускай его! Талисман! А, вот это неожиданно! И как нам поможет этот пушистик? Привет! Какой ты прелестный! Я возьму! Ты-то мне и нужен! Теперь мышу точно конец! Подожди, бражник, у меня есть идея получше. Дай мне минутку. Эй, грызун, а что у меня есть? Ты же любишь сыр, правда? А это хорошая уловка. Ну вот, так-то лучше. Не бойся, малыш. Теперь ты будешь жить со мной. Вот ты попался, дьяволенок. Нет-нет, он будет домашним любимцем Эннет. Ладно, ладно, мы же не злые. Ну вот, и не нужно было никого похищать. Можно было просто позвать Эннет. Я так давно мечтала о любимце. Я вообще-то тоже не злой. Просто у меня друзей не было. А теперь есть. Самый лучший друг на свете. Я буду звать тебя Шрам. В честь великого злодея. Ты, наверное, проголодался, Микки. Вот, приятного аппетита. Оставайся там. Скоро покажу тебе твой новый дом. Я так рада, что теперь все в порядке. Спасибо, Венсдей, что помогла вызволить кота из лапок бражника. Не могла же я его бросить. Миссия выполнена. Можно снимать маски. Надеюсь, они нам больше не пригодятся. Отличная работа, подружка. Эй, кот, это твое. Мой супержезл. Я думал, что вы его не нашли и что я потерял его навсегда. Моя палочка-выручалочка. Спасибо, Венсдей. Вот, теперь миссия выполнена до конца. Можно и отдохнуть. Леди Баг и Суперкот такая милая пара. А вот это правда. Что ж, всего хорошего. А я заслужила денек у бассейна. Пока-пока! Вещь? Вещь! Ты где? Я не видела его целый день. Вещь! Только не это! Алло? Пропал вещь! Особые приметы. 5 пальцев и следы от швов на теле. Понял, выезжаем. Венсдей, щенячий патруль встречай!
тебе храбро спешат гонщик, маршал и Скай. Мчатся на перегонки Райдер и его щенки. Ух ты! Это же настоящая Уэнсдей! Кое-кто исчез. Любопытно. Эй, отряд, зацените! Дай посмотреть. Время тикает. Скай, маршал, обыщите периметр. А я? Ну, возьму след пропавшего. Знакомый вкус. Расслабьтесь, вы под защитой надежных лап. Скоро мы найдем вещь. Сплошные муравьи. Вряд ли он здесь. Проверю дно. Никого не видать. Ого, наша первая улика! Очки, которые явно оставил вещи. Ребята, быстрее все сюда. Узнаем, что отвлекло его от шезлонга. А ведь точно такие волосы у... Не может быть. Но внесем в список подозреваемых. Правильное решение. Итак, номер один. Энит. А загадочный локон еще пригодится в расследовании. С дороги, маршал. Не забывай, это место преступления. Отлично. Посторонним вход строго запрещен. Да, будто сквозь землю провалился. Побегу дальше обнюхивать. Уверена, мы что-то упускаем. Ага, следы маленьких пальчиков. Погнали возвращать мистера вещь. Подождите меня. Они теряются в траве. Вижу. Не отставайте. И почему его так далеко занесло? Ого, вот это поворот. Молодчина, Скай. Кажется, мы на шаг приблизились к разгадке. Мне в голову пришла одна интересная мыслишка. Вещь похитили посреди белого дня? Несомненно. Но кто? Это нам и предстоит выяснить вместе. Команда мечты, щенячий патруль и Уэнсдей Адамс берутся за дело. От нас не скрыться. След оборвался. Разделимся и исследуем поляну. Ни ягод, ни зацепок. Обидно. О, подозрительная вещица без присмотра. Фы, мусор. Может, замечу кого-то с высоты? Бесполезно. Фанатею от Уэнсдей. Всегда мечтал заселфиться с ней. Кстати, я насобирала целую кучу сувенирчиков. Вот, отщипнула, когда она отвернулась. Череп для мрачного настроения. И ожерелье в стиле самой злючки Адамс. Отправляйся в коробку, мое сокровище. Хватит. Вещь в беде. Сосредоточьтесь лучше на расследовании. Полезные доказательства могут таиться за любым деревом. Поймаем злодея на горячем. Стоять! Дровишки собраны. Я так проголодался после поисков на свежем воздухе. Обед приготовите позже. Ладно. У нас тоже ничего. Ой, я заметила след. Вперед! Куда без меня-то? Носом чую, мы совсем близко. Моя собачья интуиция ни разу в жизни не подводила. А домик впечатляет. Неужели это сделала Энит? Кто мог украсть вещь? Пишите под видео. Посмотрим, кто крутой детектив. Звони. А я думала, у Уэнсдей добрые друзья. Энит не берет трубку. Тогда зайдем в гости без приглашения. Постараюсь сразу же унюхать вещь. Я предлагаю разойтись по комнате. Так проще найти улики. Тут она наносит мейкап. О, яркий лак. А Мини Адамс обожает маникюр. Эй, Райдер, сюда. У меня зацепка. Что скажешь? Думаешь, и Мэнни красила вещи ногти? Полезная находка. Пусть пока побудет у меня. С чего бы начать? Вау! Детали в деле очень важны. Такие аппетитные. А, новый запах. Что же ты прячешь, Энит? Плохое у меня предчувствие. Молоток от подкроватного монстра? Мне страшно! Ты чего? Я вас защищу, мои пончики. Соберу силы в кулак и разберусь с монстром. Получай, чудище! Странно, под диваном пусто. А я и не заметила эту надпись. Уж я-то докопаюсь до правды. Минуточку. А вот и свидетель. Добро пожаловать на допрос. Говори все, что ты видела. Твое молчание навеивает подозрения. Гонщик, остановись. В итоге из улик у нас только лак для ногтей. Надо искать усерднее и не тратить время на кукол. А как насчет этих милашек? Что? Они ведь тоже ценный вещдок. А маршал прав. И подкрепиться будет чем. Ребята, ко мне! Я добыла неожиданную улику. Клево, прикольный инструмент. Благодаря Скай у нас прогресс. Написано для Энит от Уэнсдей Адамс. К
Хочу удостовериться. У меня рождается теория. Адамс, а где сейчас мистер и миссис Адамс? У родителей алиби. Они отдыхают на острове. Подождем, пока вернется Эннет. Уверена, именно она похитила вещь. А я думаю, стоит обыскать ваше фамильное поместье. Взять курс на дом семейки Адамсов, команда. Бегу, бегу. Нашлись подозреваемые номер два. Расследование набирает обороты. Ох, и правда, жуткое место. У меня от него мурашки по коже. Ужасный декор. Мрачный склеп Адамсов. Не по зубам даже храброму Райдеру. Еще и зловещие звуки. Простите за чавканье. Я ем, когда нервничаю. Вещь до сих пор не найден. За работу, патруль. У них много безделушек. Мой клюв. Я боюсь. Серьезно, Скай? Это всего лишь чучело. Давным-давно он был моим питомцем. Исследуем здесь. О, нет! За что? На кого ты нас покинул, приятель? Он был такой моложавой рукой. Столько отпадных маникюров впереди. Не уберегли! Прекратите истерику. Это моя детская игрушка. Бобби, покажись. Успокоились, наконец? Фух, зря распереживались. А не подскажешь, где обычно спит вещь? Без проблем. Его личная кроватка. Я тебя приучу, монстр! Продолжайте, он обезврежен. Получил по заслугам. Фу, противная вонь. Откуда этот мерзкий запах? Ой, гадость. Только памперсов мне не хватало. Я не нарочно. В постельке есть что-то еще. Ночнушка вещи, когда он фанат Хэллоу Китти. Но постойте, открытия не заканчиваются. Ночной костюм вещи, когда он собрался совершать побег. Пропавший планировал побег. Когда он плохо себя ведет, приходится принимать меры. Может, он просто сбежал? Разбирайтесь сами, я уже устала. О-оу. Вскрылась новая улика. Я в шоке. Это кардинально меняет дело. Батюшки! Она ворует пачки волос и хранит в блокноте. А под именем Эннет пусто. Естественно, ведь ее блондинистые локоны целый день хранились у меня. Уэнсдей, ты ничего не хочешь объяснить? Хорошо, настало время во всем сознаться. Спасибо за коктейль, дружок. Вещь? А, ходил за плакатом. Неплохая идея. Летние каникулы действительно лучшая пора для веселья. Сейчас организуем пранк с твоим похищением. У меня есть одно хобби. Я коллекционирую волосы. Кто же станет нашим мнимым преступником? Знаю. Как тебе такая кандидатура, вещь? Тогда определились. Все подозрения упадут на Эннет. Осталось придумать, кого будем пранковать. Решено. Щенячий патруль. Готовься исчезать, вещь. Развлечение начинается. Алло, Райдер, прошу, помогите. Просто родители уехали в отпуск. Эннет тоже на островах. Вот нам с вещью и стало скучно. Простите нас, пожалуйста. Посидишь там за свое поведение. Отличная работа, команда. Очередное дело раскрыто. Щенячий патруль рулит. Отважным щенкам все-все по зубам. А ты, Уэнсдей, должна ответить за свои шалости. Уэнсдей, Адамс и вещь в тюрьме. Правосудие все-таки настигло мрачную девочку и ее маленького подельника. Что ж, сокамерник Уэнсдей выглядит не очень дружелюбно. Не говоря уже об остальных обитателях трум-тюрьмы. Это явно не пятизвездочная камера. Это место оказалось гораздо хуже, чем я ожидала. Мне здесь так нравится, что даже хочется улыбнуться. Кажется, этот джентльмен чем-то недоволен. Меня зовут Оливер, а ты кто? Вещь, звони 911. Обстановка накаляется. К счастью, у Уэнсдей есть верный помощник. Упс, гениальный план не сработал. Охрана не дремлет. Побег не в мою смену, маленький проныра. Офицер Вики не допустит такого безобразия. Для таких хитрецов, как Вещь, у нее есть специальная камера. Теперь не убежишь. Хьюстон, у нас проблема. Вещи срочно нужен план Б. Вот засада. Выпустите меня. Я требую адвоката. Надо что-то делать. Эй, у меня клаустрофобия. Ничего, я обязательно выберусь, и мы будем вместе, моя красавица. О, мне кто-то написал.
Привет, Палмер. Как дела, детка? Завтра наша годовщина, помнишь? Извини, сейчас очень занят. Ты опять с этой блондинкой, да? Рассказывай, за что арестовали. Сейчас будет флешбэк. Не очень вечерний трум. С вами Алан Роджерс. И это шоу «Не очень вечерний трум». Приготовьтесь веселиться. Мы начинаем. Поприветствуйте, группа «Милашки». Тебе я пою, как тебя сильно люблю. Каждый день с тобой я как будто в раю. Не знала я, что полюблю так сильно сумочку свою. Теперь я с ней в обнимку даже сплю. Ух, не знаю, как вы, а я в восторге. А теперь встречайте нашу гостью Wednesday. Похлопаем. Добро пожаловать в студию «Не очень вечернего трума». Мадам, прошу за мной. Это же Wednesday. Итак, дорогуша, ты известна как очень мрачная особа. А какой развлекательный контент ты любишь смотреть? Видео с катастрофами. Это всегда весело. Оу, что тебе нравится на Оки-Токи? Видео про геймеров, тюрьму или DIY? Какой скучный ведущий. Должен признаться, мы нашли несколько твоих детских фотографий. Надеюсь, ты не будешь против, если мы покажем их нашим зрителям. Выглядишь тут очень счастливой. Ладно, расскажи, пожалуйста, почему ты пришла на наше шоу? Отвечу, когда распакуете мой подарок. Что? Ух ты, это интересно. Какой красивый красный бант. Черные все разобрали. Что ж, приступим к распаковке. Что тут у нас? Ой! Ай! Снимите это с меня! Как вам подарок? Руки прочь от прически! Проваливай с моей головы! Ой! Мама, помогите! Отдай, мелкий воришка! Да я тебе сейчас! Ой, у нас технические проблемы. Выключите камеры. Шоу превзошло все мои ожидания. Не снимайте меня. О, вот он, Кия. Вот это меткость. Ух, до встречи, друзья. Это было весело. Вы арестованы за похищение волос и отправляетесь в трум-тюрьму. Что такое? А, точно, позавчера давали курицу. Ням-ням. На, угощайся. Надо что-то делать. Есть идея. Что-то случилось? Мне нужен домашний питомец. Нельзя, разве что рыбок. А мне нужны именно рыбки. $100. Ну ладно, вот тебе питомец. Отлично, месть уже близко. Неплохо. Что может случиться? Это же просто рыбка. Ну что, сейчас посмотрим, кто тут главный. Добро пожаловать в новый дом, дружок. Тебе предстоит очень важная миссия. Поможешь мне поставить этого зазнайку на место. А Оливер даже не подозревает, что Wednesday устроила для него ловушку. Ой-ой-ой-ой. Кажется, я зря доел курочку. Быстрее. Фух, успел. Ну-ка, что там новенького в мире? Помогите! Ай-яй-яй-яй! Святые ежики! Ой! Я вижу, ты уже познакомился с моим питомцем. Что за приколы? Ай! На помощь! Сидите с этой безумной девчонкой сами! Я сваливаю отсюда! Эй, что происходит? О нет, кот красный, прием! Как слышно, у нас тут побег! Ах, теперь это лучшее место на земле. Пахнет сыростью, и никто не беспокоит. Наконец-то я смогу отдохнуть. Эй, рыбка не настоящая, ты это устроила? Ну да, теперь мой срок увеличится? Нет, ты свободна. Прошу на выход. Нет, ни за что на свете. Выходи отсюда. Ладно, ты сама напросилась. Прочь из моей тюрьмы. Не уйду. Не хочу домой. Да что за день такой? Ну ладно, оставайся. Ай, плюс 10 суток за неподчинение. А может сразу 30? Вставай уже, разумничалась тут. Что ж, похоже, я недооценила эту тихоню. Надо что-то с этим делать. Для начала придется найти ей нового сокамерника. Сейчас посмотрим, кто тут у нас есть. Эннет Синклер. Да. Вау! О, приветики! Какая чудесная тюрьма! Кто тут хочет стать моим лучшим другом? Wednesday, познакомься со своей новой сокамерницей. Это Эннет. Привет! А? Это какая-то шутка?
Привет, соседка. Надеюсь, мы с тобой станем лучшими подругами. Чего? Я люблю много разговаривать и пижамные вечеринки. Видишь? А еще делать макияж. А-а, косметика запрещена. Я научу тебя видеть мир моими глазами. Что за... Так, это уже слишком. Охрана, я передумала. Выпустите меня отсюда. Нет, дорогуша. Теперь нельзя. Нужно было соглашаться раньше. Кстати, надень-ка вот это. Стильный электронный браслет для непослушных заключенных. Вот так. Красота. Теперь ты точно не сбежишь. Будешь знать, как шутить с офицером Вики. Так что, хочешь со мной дружить? Обещаю, ты не пожалеешь. Как бы не так. У меня есть идея. Я не допущу, чтобы эта розовая катастрофа зашла на мою половину камеры. Надо установить границы. Неужели офицеру Вики все-таки удалось переиграть Уэнсдей? Ух ты! Прикольно! Давайте посмотрим, к чему это все приведет. Вау! Уэнсдей – отличная идея! Давай украсим нашу камеру! Похоже, до этой новенькой еще не дошло, что меня не интересуют ее глупые игры. Что ж, продолжу ее игнорировать. Рано или поздно ей станет скучно, и она от меня отстанет. Ладненько, я могу украсить комнату и сама. Да начнется веселье. Сейчас это место изменится до неузнаваемости. Итак, первым делом ликвидируем эту выставку спорттоваров. Так-то лучше. Теперь тут есть местечко для моих любимых игрушек. Садись, дружок. Добро пожаловать в новый дом. Какая милота. С такими пушистиками даже в тюрьме не будет грустно. Следующий этап – кровать. Долой скучные синие простыни. Пора добавить ярких красок. Вуаля, красота. Ой, точно, чуть не забыла про шторы. С ними мой уголок станет в 100 раз уютнее. Уэнсдей обзавидуется. Юху, переделка комнаты завершена. Или нет, не хватает одной маленькой детали. Вот так, класс, все готово. Ну и кто тут королева уюта? По-моему, в этот раз я превзошла саму себя. Ой, с таким маникюром даже в тюрьме засмеют. Надо это исправить. Золотое правило настоящей модницы – всегда иметь при себе лак для ногтей. Я хочу быть неотразимой в любой ситуации. Готово. Чудненько. Эй, у меня появилась отличная идея. Эксперименты продолжаются. Нестандартные ситуации требуют нестандартных решений. Та-дам! Теперь это не окно, а произведение искусства. Тут так весело. Это невыносимо. Вещь, вещь. Вылезай из своей клетки и принеси мне ключи от камеры. Верный помощник выполнит любое поручение. Осталось только найти кого-то, кто поможет ему. Неужели это тупик? Нет, вещь выберется из любой ситуации. Отличная идея, дружище. Немного физкультуры, медитации, и ты точно придумаешь какой-нибудь невероятно изящный план. А может, к тому времени вас просто выпустят. Не хватает только взбитых сливок. Божественно. Эй, а если добавить маршмеллоу, будет еще вкуснее. Да, так и сделаю. Что же делать? О, сливки! Ну, конечно, кажется, госпожа Фортуна сейчас на моей стороне. Так, сейчас, сейчас. Да, сработало. Браво, вещь! Ты, как всегда, на высоте. Вот она, долгожданная свобода. Наконец-то. Спасибо. Обращайся. Ты настоящий бро. Идеальный момент для крутого рукопожатия. Секретная пятюня Адамсов. Да! Прощай, надоедливая Эннет. Ох, неудача. Надо снять этот дурацкий браслет. Ну, давай, адский девайс. Эй, секундочку. Ты такой забавный. У Эннет точно есть пилочка. Я спилю браслет. Привет. Как поживаешь, соседка? Твой друг просто душка. Предатель. Ты не могла бы мне помочь? Что-то случилось? Дело в том, что я иду на свидание с одним оборотнем и хочу сделать красивый маникюр. Можешь одолжить мне пилочку для ногтей? Да, конечно. Я так рада, что ты ко мне обратилась. Вот, держи. Хотя, постой, давай я сделаю тебе маникюр. Я в этом деле настоящий профи. Тебе понравится. Это будет быстро. Давай выберем лак. Какой тебе больше нравится? Красный или черный? Давай черным. А ты что думаешь, вещь? Красный? Отличный выбор. Лучше беги прямо сейчас. Так, аккуратно. Красота! Твой чудесный маникюр почти готов. Осталось добавить последний штрих. Это еще что такое? Просто немного магии. Положи руку сюда и увидишь.
Фокус-покус. Смотри, какая красота получилась. Вот, возьми на всякий случай. Спасибо. Погоди, а давай я еще сделаю тебе прическу. Садись на стул. Этот оборотень потеряет дар речи, когда тебя увидит. Уж я об этом позабочусь. Так, а где моя расческа? О, вещь. Нужно твое мнение насчет прически Уэнсдей. А ну, брысь. Я нашла. Эй, куда пропал вещь? Убежал куда-то. Странно. Ладно, давай начинать. Выглядишь супер, а сейчас будешь сиять. Немного стразови еще никому не навредило. Готово. Посмотри, как круто выглядит. Под эту прическу отлично подойдет этот полосатый свитер. Вау! Спасибо, подруга. Теперь мне можно идти? Конечно, ты теперь красотка. Отлично. Фух, пока. Ну и ладно. Нечистые силы, помогите мне забыть эту пытку. Больше мне не придется ее терпеть. Сегодня мой последний день в этой тюрьме. Еще немного. Какой прочный. Ну, давай уже. Да, свобода. Вот умора. Это просто легендарное зрелище. Эй, слезь с меня. Забавно. Ой, что-то я утомилась. Перерыв. А теперь наша постоянная рубрика «Угадай преступника». И у нас в гостях офицер Вики. Ой, так неловко. Угадай, кто из них украл тостер. Всем привет. Тут надо подумать. Этот слева сильно волнуется. Я? Неправда. Все, я победил. Вот этот с тостером. На этот раз все получится. Это будет побег века. Тихонько. Кажется, она крепко спит. Я почти у цели. Вещь. Затычки. Как известно, командная работа – залог успеха. Неужели на этот раз Уэнсдей сбежит? Сейчас узнаем. Уэнсдей, ты идешь на свидание? Нет, просто хочу подышать свежим воздухом. Круто! Ой, извини, а можно мне с тобой? Слушай, конечно. Займи нам лавочку, я сейчас тебя догоню. Супер, буду ждать. Я отделалась от нее. Вещь, отбой, меняем план. Возвращайся в камеру. Принято. Больше никаких соседей. Теперь это моя персональная камера. Вот так, отлично. Осталось только сжечь все мосты. Все, пути назад нет. Фух. Наконец-то я одна. Ау, злодеи, выпустите! Я очень боюсь темноты. Пожалуй, с директору детдома. Вам не поздоровится. Но что это за ужасное место? Ух ты, здесь и развлечения любопытные. Интригует. Заметила, нас дразнит какое-то чудовище. Мушки-черепушки! Им стоило сделать узел покрепче. Неплохой экземпляр. Одолжишь лапу ради музыки, костлявый. Когда ты успела освободиться? Помолчи, пока тебя отвязывают. Разведаю. Там что-то шевелится. Вещь всегда на подхвате. Отстаньте, несносные веревки. Не оставляй меня одну. Протестируем. Повсюду ловушки. Становится скучно и совсем не страшно. Притормози. Интересно, у похитителя квест-комната. Столько инструментов пыток. А вблизи ты и вовсе не впечатляешь, зубастик. Путь свободен, трусишка. Точно? Мне бы ее храбрость. Кыш! Эх, никакой благодарности за освобождение. Галлюцинации, что ли? Позади. Можешь изъясняться более разборчиво? Договорились? Чудики окружили. Сюда, быстрее. Вернулись на место преступления. Не стоит убегать, куколки. Теперь мы ваши мама и папа. Нас удочерили. Кстати, как моя настоящая семья. Небось, обыскались.